Привет, друзья! Здесь на канале мы обсуждаем самые горячие моменты, связанные с любимыми артистами, разбираем скрытые детали, теории и реальную историю взаимоотношений. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня у нас кое-что особенное. Чонгук замечен на съемках клипа Тэхена. 2 года спустя клип, которого мы так ждали, наконец-то вышел. После премьеры клипа был замечен интересный момент. На съемках присутствовал человек в куртке, которая привлекла внимание фанатов. Эта куртка уже засветилась ранее на Чонгуке, что вызвало предположение, что именно он был на съемочной площадке. Совпадение? Или очередной скрытый намек? Но это еще не все. За 2 дня до выхода клипа Чонгук неожиданно изменил фото профиля, что вызвало волну обсуждений. А затем, после выхода клипа во время прогулки, у Тэхёна появляется куртка, похожая на ту, что у Чонгука, но другого цвета. Совпадение? Или что-то большее? Один из актеров, сыгравших двойника Тэхёна, поделился своими эмоциями: «Так счастлив и горжусь тем, что был частью этого нереального путешествия в качестве двойника Ви». В окружении золотой команды. С ноября 2022 года работа с Тэхёном стала реальностью. Я так благодарен за эту возможность. Тэйкук – огонь и вода. Одна душа в разных телах. Напоминает историю, которую однажды рассказала гадалка. Она утверждала: «Джонгук – это огонь, которому нужна вода, а Тэхён – вода, которой нужен огонь». В Корее такие гадания особенно популярны среди пар. Это подтверждение их судьбоносной связи. И даже Джин однажды сказал: «Вы, ребята, не можете быть вдали друг от друга». Их связь видна во всем – в цветах их одежды, в прикосновениях, взглядах, жестах. Они никогда не ссорятся, а каждый их совместный момент пропитан любовью. Даже закулисные кадры клипа показывают, как глубоко они связаны. Работы начались еще в 2022 году, но результат стоит каждого потраченного дня. Особенно фанатов покорил момент из ран BTS с креветками. Во время обсуждений говорилось, что чистить креветки и кормить с палочек – это жест, который делают только для любимых. Однако что происходит? Они чистят креветки друг для друга, используют одну пару палочек и показывают, как тесна их связь. Этот случай стал настоящим символом заботы и внимания в их отношениях. Тэйкук снова и снова напоминают нам: это не просто совпадение, это судьба. Это любовь, которая объединяет 2 противоположных элемента – огонь и воду. И их история только начинается. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если вам понравился разбор и вы хотите больше эксклюзивных материалов, переходите на наш Boosty. Там я делюсь раскладами о реальных отношениях и закулисной информацией. А если хотите поддержать канал, вы можете оставить донат. Любая помощь очень ценна. Подписывайтесь, ставьте лайк и пишите в комментариях, что думаете об этой истории. До встречи в следующем видео!